Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Маленький анонс предыдущего вебинара, который прошел вчера, 14 декабря. Он уже есть в доступе, который вы можете приобрести. Если вы его смотрели, то вы можете приобрести копию. Если вы его не смотрели, вы также можете приобрести его в записи. Коротко о том, что мы обсуждали 3 часа с лишним. Я старался очень доступно объяснить пошагово, детально, почему люди болеют неврозами. Что такое невроз, что такое стратегия, что такое тактика, что такое внутренние конфликты, как выглядит как раз вот это противоречие, что друг другу противоречит, как формируется это в детстве и почему потом в какие-то обстоятельства мы так или иначе остро реагируем, потому что не каждый человек реагирует остро на определенные проблемы. Я постарался максимально по-человечески, максимально доступно объяснить это своим зрителям. Я считаю, что этот вебинар, даже прослушав, будучи психологом, психотерапевтом, можно еще по-новому посмотреть на суть проблемы симптоматики клиента. Мы говорили о симптомах, мы говорили о самой проблеме, о том, как это решается. Затем мы говорили о том, что такое тактика, стратегии, как они формируются, какие основные 3 стратегии формируются в детстве, как связано детство, какие основные 3 невроза формируются именно в детском периоде. Соответственно, потом мы говорили о профилактике, как желательно в среднем поступать мамам и папам, в чем важность их контакта и каким он примерно должен быть. Ну и, конечно, ответы на вопросы. Немного поговорили о основных упражнениях с панической атакой. Там все очень просто. Вы уже от меня это слышали. Я не затачивал этот вебинар на паническую атаку, я затачивал этот вебинар на причины, почему. Да, потому что про паническую атаку сказано уже много, но если вы посмотрите именно этот вебинар, вы поймете, что с чем надо работать, и поймете, почему вам не легче, когда панических атак как бы нету. Когда вы как бы уже можете передвигаться самостоятельно, или у вас меньше вегетативных симптомов, но в целом в жизни есть некоторая неэффективность, некоторая невротичность и некоторая беспокойность. Вот, собственно говоря, этот вебинар работает по очень глубинным проблемам в психике. Я доволен тем, как у меня получилось глубоко это объяснить, и я надеюсь, что вы меня тоже поймете. Спасибо за то, что вы смотрите мой канал, подписываетесь на меня на сайте, ВКонтакте, в Инстаграме. Впереди некоторые новогодние обращения будет ближе к концу года. Ну а пока что смотрите вебинар 14 декабря, я очень для вас старался, и спасибо за отзывы, которые вы оставили под этим вебинаром на стене ВКонтакте. Спасибо вам большое. Заказать этот вебинар можно через сайт Безневроза ТВ, либо по прямым ссылкам ВКонтакте, либо по прямым ссылкам в почте, которую вы получили на ваш электронный адрес, если вы у меня находитесь в подписчиках на сайте. В любом случае, заходите на сайт Безневроза ТВ, и вы все увидите. Спасибо, ваш Алексей Красиков, до встречи, пока.